добрый, на связи МК Баски. Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно плохую и интересную под названием Hearts of Iron IV. Это у нас уже с вами шестая часть прохождения Завучный сильный союз нерешимых республик свободных, навеки сплоченной Великой Русью. И сегодня у нас с вами будет, я надеюсь, что будет капитуляция Германии, а может и не только Германии. Ну посмотрим, посмотрим. В 40-м году, ну скорее всего уже в 41-м закончим с Германией воевать. По-моему, тут подсчетом. Ну а так кто знает. В принципе, должны. Так, стоп. Ага, прогрузилась. Так, во-первых, важный момент, я тут опять мозгую. Ну что, во-первых, насчет Румынии я тут подумал. В принципе, я думаю, можно взять ее в альянс. Как минимум временно, потому что она тянет сюда дивизии, плюс Болгарию можно сделать коммунистической. А это очень хорошие ништячки, поэтому, почему бы и нет. Так, стоп. Что я хотел сделать? What I want? Я хотел найти какую-нибудь армию. Так точно. Это конина. Ну, конина их не закидает. Не, ну, в принципе, можно закидать конину, это, по-моему, серьезно. 7 человек, не шибко круто. Выходим! Ну, вас тут много. Так точно. Ну, какую-нибудь армию надо отвезти. Которая не шибко тут нужна для войны. Но, тем не менее, нужна. Внимание! Спасибо за внимание. А вы только одни здесь, походу, держитесь, да? Так точно. Да, плохо дело. Продолжаем атаку! Ну, наверное, можно вас попробовать перекинуть. Да, возьмем сейчас Румынию в Коминтерн. Так, принять. Сейчас штору завешу, а то солнце ярко светит, экран засвечивает. Так, вот как-то, наверное, так, да, а то у меня лично все отблискивает. Так, ну вас, конечно, не будет это отблискивать, капитан очевидности. Пригласить в альянс. Согласятся. Угу. Так, хорошо. Так, так точно. Какую армию там приказы убрали? Ваши. Рисуем линию фронта здесь, начнем наступление сюда, а там потом, ну, можно даже вот так вот прорисовать ее, потому что с вами точно воевать будем. Ну, как-нибудь так, допустим. А, ну ладно, ладно, потом, если что, подправим. Там они в войну впрягутся, мы впряжемся, это не проблема. Тут за это я вообще не переживаю. Так что тут у нас... Целюсь. Готов подвигаться. Целюсь. Так, тут хорошая тема. Сюда кого-нибудь. Внимание! Мирно! Тут можно заблочить, попытаться. Немцы уже не жильцы, им тут хана. Откровенная хана. Наступление по всем фронтам. Подождите. И все. Смотрите скоро. Там Лейпциг. Хорошо, нефтезавод. О, а когда это мы здесь тут оказались, я что-то даже этого не помню. Ладно, ничего, сейчас разберемся. Сейчас вытащим. Так, тут я смотрю, он вообще бросил линию. Ну, кого-нибудь оставить, на всякий случай. Ну, тут прорываетесь. В принципе, уже можно ставить на автоплан, но я все-таки предпочитаю ручками воевать. Слушаем. Чумелые ручки. Что типа того. Так точно. Ну, так, они уже реально тут недееспособные. Угу. Ну, здесь я не буду ничего делать. Так, кстати, так можно попробовать небольшой котел создать, небольшой. Конечно же, войну вы нас не впустите, сами в войну не пойдете, да? Даже нам не разрешат войти. Ну, в принципе, логично, а то мы себе тут все позабираем, по нашему счету. К нам они, конечно же, не пойдут. Сейчас, скорее всего, Болгария, я думаю, вступит в Коминтерн, в союзники, скорее всего, она не вступит. Так что это неплохо для нас. Выходим. Добро пожаловать, Кассио. Дортмунд берите. Я готов. Может, здесь, кстати, еще один котел намечается. Довольно неплохой. Давайте, Амстердам, Гагвар, Амстердам. Блин, хорошие точки. Большие жирненькие точки много дают очков. Так, очки военные на это производство. Что там у нас по складам?
Доп. Оснащение. В принципе, склады у нас правильно, но со временем наполнится. Давайте потихоньку производить по максимуму ПТОшку. Пусть заполняется. Ну и... зенитку я не перетянул, лучше сюда перетянуть. И зенитку, потом мы их будем добавлять в шаблоны. Уже пора бы это делать на самом деле, но пока у нас их нет в нужном количестве, и если мы их добавим, это будет ни о чем. Потому что один завод это номинально развернул, чтобы хоть диверсификация производства шла. Так, сюда. Кажется, котел намечается. Котел-то круто. Ну да, как же это может быть не круто. Так, точно. Или лучше сюда, ладно, с вами. Готов подвигаться. Сюда. Даже я готов. Танк сюда. А с вами тут не можем подумать, что сделать. Выходим. Ну, можешь попытаться котел. Как раз поближе к Праге. Ресурсов не хватает. Ни хрена себе. Так, у нас там разработки вольфрама нет. Я бы разработал. Есть, но возможность его разрабатывать есть. Вообще ресурсов не нужно. Получим всего 6 единиц вольфрама. Ох, дело. Ладно. Ну, давайте в британском Малайзе закупаться. Можно у Кореи, чтобы отношения решать. Сюда и сюда котел намечается, ничего. Готов? Кто-нибудь сюда идите. Выходим! Сюда. Вообще линию бросили, но ничего страшного, в принципе. Жду приказы. Пошли, пошли! Ну, уже позиций не хватает. Слушай. Окей, не хочешь там Амстердам отправить, да хрен с тобой. Мы тебя в котел возьмем. Запросто. Это ж хитрая попа. Сейчас сюда пройдем. Готов подбегаться. Теперь право нет. Он не совсем глупый. Опа, хорошо. Внимание. Нет, все-таки глупый. Ну не настолько, как может показаться на первый взгляд. Ну сюда иди. Угу. Эссен. Скоро немцы капитулируют. У них уже нет ресурсов для войны. Можем Нюрнбергский, хотите, Нюрнбергский процесс устроить. Показательный такой. Ого. Так, 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 так. Продолжаем атаку. Так, хорошо, хорошо. Так точно. Что, выбить? Вы что, выбить его не можете отсюда? Не выдаете. Ну, слушай, я меня просто удивляю. Творят такие дикие вещи просто, что капец. Что полный капец. Я думаю, что когда Болгария будет задыхаться, она, скорее всего, уступит в ось. А если она вступит в войск, то все. Ее призовут, воины объединятся. И мы еще коммунист принесем в Болгарию. Так точно. Ну, как-то опасно делать это, ну ладно. Ну, приказывайте. Угу. Вы добиваете их. Выходим! Угу. Ройс! Угу, угу. Готов! Что-то я смотрю, даже пытается что-то делать. Готов подвигаться. Совсем охамил, зараза. Так точно! Давайте, продавайте котел очевидный же. Там прокачки я смотрю наших командиров. Ну типа прокачки, на самом деле прокачек нет. Прокачать можно, но прокачки нет. Продадим шар. Бывает такое. Оф. Теперь по зиме не буду я ставить без понтова. Смысла не вижу. За Россию советов ставить это смыслов нет. У нас и так тут подготовка. Генерал Зим. Ну что я сейчас нажал? Слушаю. Я убрал командира опять, да? А как мне убрался? Продолжаем атаку. Жду приказа. Как у тебя это происходит? Смирно! Просто по ним нажимаешь 2-3 раза, оно слетает. Может, я, конечно, что-то не так делаю. А, раньше этих фельдмаршалов не было. Раньше было гораздо проще. Просто было два вида командиров. Просто генерал и... ну, можно сказать, фельдмаршал современным языком. У генерала было 24, как и здесь, максимальное число дивизий.
А генерал-то мог тут этому... фельдмаршал ты мог прилепить бесконечное число дивизий. И было очень удобно. И то, что сейчас. Дортмунд вообще не охраняется. Вот вы реальных тут выбить не можете, но вы даете. Занимаю укрытие! Так, ну добейте, я же убью здесь, добейте. Кого-нибудь бафану можно сюда кинуть. Даже сказал, нужно. Так, тут все хорошо. Тут тоже хорошо. Убивайте. А, ну тут убивать. Не трогать, оставить. Оставить. Я готов. Дальше, ставьте, стоять. Надо сюда их выбить. Сейчас котел будет. Нет, налажено их передвижение. А, давайте. Уже все. Стой. Так. Кстати, я тут котел не грозит. Не вижу. Выходим. Попробовать можно. Так, чисто по фану. Я готов. Угу. Что, тварь, стоять. Слушаю. Куда собрался? Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Опа, опа. Началось. Ну, конечно, войну вы не вступите. Ничего, сейчас воины объединятся, скорее всего. В общем, я им напинаю. Сейчас призову друг друга. Ух, мы поляки, молодцы. Правильно делать все. Так, котел хороший тут. На 5 дивизий. Здорово. Все, мочить их нахрен. Тут скоро котел будет, я надеюсь. А, как я здесь указал? Как это произошло? По-любому эти придурки скачут по линии, потому что я никогда им не оставляю такой позиции, чтобы ее могли прорвать. Потому что, блин, вот почему нельзя просто прямую ручкой убивать? Ну просто показать человек, ну там линия фронта. Ох, ты поляки, на снаряжение. О, конечно, конечно, почему бы нет. Дайте хоть одну причину его не брать. Готов? Потому что эти придурки скачут по фронту. И вот это не происходит. Стардам защищаем. Ну что, ли, что ли, вообще не прикреплены? Кстати, а где его преимущество? Где-нибудь здесь. Наступление куда-нибудь сюда, я не знаю. К примеру. Угу. Ну все, Болгарии хана. Все, Болгарии хана. Наши дивизии сюда еще не собрались. Слушай. Нет, на подходе только. Ну здорово, коммунизм туда принесем. А, поляки сюда выстрелят нормально. Если пойдут, то так будет вообще здорово. Принимаю укрытие. Ну, что это вообще за дрянь? Что это произошло? Выходим! Выходим! Далее, ну все. Слушаю. Все ясно, можете не про... Выходим! Бывает. Стоп. Отступаем. Чего? Опять не хватает? Вольфрам, 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 вольфрам. Ну и скорее давайте отступать. Потому что потенциально туда коммунизм пытаемся принести. Идем, наш идем. Потенциальный союзник. Я вообще не понимаю, почему она выглядела как демократическая. Но я так полагаю специально, что, допустим, тоже Китай не пошел жрать. Ну блин, это тупо. Видели бы нейтральный. Какая нахрен там демократия? Там демократии не пахло в Азии все годы. Зададим шару. Опа. Где? Ну, ничего страшного. У немцев еще флот есть, охренеть. А, ну сюда перекинуть, если только. Выходим! Тесла уберите. Прагу берите! Выходим! А, это... Пошли, пошли! Вот, вот по-любому соскочили твари, да? Не может быть так, чтобы они соскочили. Так точно. Потенциальный котел, фиг нахрен нам нужен. Держать дистанцию. Готов подвигаться. Давайте, заходите, берите их, что-то. Мы под огнем. Так, тут все хорошо. Так, точно. Угу.
здесь бы пробрался. Спонтово. Ну ничего страшного, не проблема. Это вообще уже не Германия. От Германии, от классического тут уже почти ничего не осталось. Все взято. Кстати, смотрю, республиканская отвоевывает. Ну здорово, потери немцев охренительные, очешуительные. Почти 1,5 ляма положили они под нашими землями. Мы пришли хоть к границе. О, здорово. Даем их нахрен. Блин, они вообще в ауте тут. Аутсайдеры. Разобьем болгаров, как за них не делать. Так, тут ничего не делаем. Тут Эссен возьмите. Возьмите Эссен. Нет, ну от одного Эссена не капитулируют. Тут Эссен, Кёльн, все рядом уже. Весь у нас тут. Да. Давайте. Продолжаем атаку. Да. Так, здорово. Давайте производство всего хотя бы доведем до полных стандартных заводов. Готов побегаться. Для начала. Очень удобно воевать. Так точно. Так, вот тут кого-нибудь отправить. Сюрприз. For little price. Так, сюда. Выходим. Так, стоять! Выходим. Куда собрались клоуны? Куда эти клоуны собрались? Не знаю, куда они собрались. Рейкса, давайте котел возьмем. Нет, слушай, снаряги нет. Выходим. Ну, заморозьте их тут. Конечно. А лучше справа взять. Готов подвигаться. Можно подавить. Тут вообще идеально котел намечается. Угу. Давайте. Что-то вообще не пытаетесь. Даже медленно очень. Так, тут мы продавливаем. До приказа. Сюда итальянцы подсветились. Ну еще бы, чтобы им не подсветиться, чего бы им не подсветиться. Я готов. Угу. Так точно. Софию взять бы. Ну ладно. Так точно. Тут прорвем. Вот, не шибко серьезно. Чего у вас? Вольфрама. Неужели все настолько плохо? Угу. Немцы отступать не хотят. Это их не спасет. Блин, у них уже боеспособности нет. Вообще удивляюсь, как они еще воюют. Как они в аут при одной атаке не делают. Вы что, дыри... По-любому эти придурки скачут по границе. Это единственное логическое объяснение. Потому что такую ширину фронта контролировать самостоятельно каждый угол в каждую секунду нереально. Не, ну конечно можно. Но это будет очень долго, нудно и того что не будет стоить, конечно же. Вот опять он хочет хотеть вот зайти. Ты чего доел? Потому что эти придурки по границе скачет. Бросает важные точки. Правило игры от парадоксов всегда создавать для вас внутренних врагов. В любой игре. В одной стороне у вас будут повстанцы, в другой стороне у вас будут оправдания войн. В третьей, десятой у вас будут дивизии, которые скачут по границе. Как дебилы. А мы что, Прагу взяли? О, а, ну ладно, тогда. Немцы до этого капитулировать не спешат. Но военный счет нам не помешает. Тут чек нет. Так точно. Эрфурт. Правильно. Так точно. Надо идти сюда, допустим. Так точно. И сюда идите. Франкфурт, надо взять. Франкфурт. Котел. Готов. Франкфурт возьмем. Немцы там точно обосрался. Я готов. На нескольких направлений. Готов. Наверняка. Да, возьмем. Без проблем. Но попробуем. Выходим. Бросает там, куда заходили. Выйди с ним! Давайте разбейте нахрен этот котел. Все, Лейпциг взят.
Круто. Крюто, крюто. Так, так. Я готов. Помогите. Так точно. Помогите им. О, а. О, тут тоже котел. Готов подвигаться. Может быть. У меня еще средние танки откуда-то с такой боеспособной. Слушай, шаблон поменял, что ли? Убрал оттуда танки все, оставил одну штуку танк. Так, что там у нас еще произошло? Пехотка проблем нет, насколько... В принципе, нет. Давайте добавим еще до снаряги. Еще можем. И добавим. Чего на этот раз не хватает? Вольфрама. Вольфрама карбидные буры. Хотя одну штуку можем и скорее взять. Можем себе позволить. Так. Помогайте им. Да, собрались. Вот видите, эти придурки просто бросают важные точки. Опа. База. Взвяться, конечно, ну да ладно. Так точно. Опа. Ничего интересного тут нет, но тем не менее нормально. Так, надо бы тут утопить. Знаете, вот понагнали. Но зато мы сюда много дивизий тянули, это уже выгода от этого войны. Даже если гипотетически нам тут ничего не перепадет, а нам 100% перепадет, то мы тянули дивизии вражеские сюда, сами отошли. Но с другой стороны, сколько вражеских убрали, тут у нас одних немцев лишь, да тут дохренища их. 37, 30. Ну, в общем, до хрена тут. Как немцы вообще не... Опа, опа. Внимание! Добро пожаловать в котел. Я готов. Эхо. Слушаю. Угу. Да не всех. Но можете. Угу. Блин, тупец лагает. Опа. А, ну тут порт. Порт бояться нечего. Так точно. Ну, лучше, конечно, выбить. Лучше, конечно. О, а у Нотр-Дам просто вообще шикарно. Нотр-Дам де Пари. Блин, косяк, забыл переключить с резервного диска. Прошлая эта часть у нас вышла очень большой, поэтому писал на резерв, забыл переключить. Надо сразу сделать, бывает такое иногда. Ну ладно, ничего страшного. Запись остановилась. Так, сюда. Люксембург. Ну, приказы. Сейчас на Францию пойдем вообще. Я готов. Готов. Идем, идем. Франкфурт взяли. Готов. Может, котел? Не нас котел. Вас. Слушаю. Пытается. Ты одарел. Стой! Слушаю. Хрен. Блин, я уже даже не знаю, что производить. Все производится. Ну, на всякий случай пехотку хотя бы так поставим. Железа у нас дефицита нет. Хотя можно потихоньку разрабатывать. 10 железа всего. Идем, идем! Так, пушку улучшили. Стоп. Так, ПТОшку у нас. Сейчас еще 1040-й. Так, что исследовать будем? Ремонтников апнуть. Можно апнуть ремонтников, пожалуй. Ремонтная рота 2. Регулярный техосмотр уменьшает вероятность поломки техники и заранее выявляет детали, которые нужно заменить. В реальности это да. Но в реальности бюрократия с техосмотрами на авто, я думаю, для вас имеет какое-то представление. Еще геморрой. Так, глаз сегодня вообще раскалывается. Ой, сюда. Могли бы их подавить. Пока идея, ну, давайте попробуем. Тут вообще весело, посмотрим. Продолжаем атаку. Угу. Зададим жару! Задавить, задавить. Выходим! Так. Сейчас котел готов. Будет скоро. Слушай. Помогайте им. Оставьте здесь. Угу. Да ладно, пробьете.
Дураки же. Готов подвигаться. Нет, больше нет. Брось! Что, все-таки надо подвинуться. Слушаю. Котел. Ха, здорово. Выходим. Мистер Дами, сидите в котле. Только тяжелые наркотики вам тут помогут. В принципе, вы их кто-то найдете. Ну да. Ни хрена себе. Это подправили такая полоса. Стоп. Так точно. Конечно, пойдешь вообще не проходить. Я еще не заменил еще, кстати, образцы надо заменить. Доктрину, кстати, не значит. Давайте чинить доктрину. Надо. Так, кстати, заменить. Тушки, блин. Так, это у нас ПТО. ПТО 2. ПТО, АПО нет еще. Нет. Ну да. Угу. Ха-ха-ха. Ну все, ленцев надо мочить в котлах и все. Понял, все, нет праца. Я готов! Прибейте отсюда нахрен. РПН, Брюссель. Нормально советы тут по Европе гуляют. Да, и это все в 1940 году. Война началась лето 40 года. А нет, стоп, я же не заменил. А, кружка. Все, хана. Вам тут хана, тут горите. Кстати, военный счет наш 48%. Мелкопредание, наверное, процентов 20, не больше. Блин, хороший котел тут будет. Сейчас. Надеюсь. Брно, кстати, можно попытаться. Шифровку теперь, давайте шифровку сразу же. Так, так, так. Готов, готов. Ничего интересного. А, ну там поляки подходят, так что можно продвинуться. Уже в Венгрию входим. Вот что у нас? Опа. Внимание! Спасибо за внимание. Так, стоп. Тут можем попробовать всю дымочкануть. Можем попробовать всю дымочкануть. Чистого болгара. Нет, тут болгары, венгры, итальянцы. Еще и флаги у них похожи, кстати говоря. Ну да. У венгров с болгарами те же цвета, только в другом порядке, плюс этой блямбы нет. Ну и Италия тоже самое, только тут такой не оранжевый, более цвета красный. Ну и тоже блямба по центру есть. Какая-то прилепленная. Такс. Котел. Стоп, 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 стоп. Готов подвигаться. Добро пожаловать в котел. Идем назад. Это у нас тут раз, два, три, четыре, пять, шесть дивизий. Нормально так. Учитывая, что они на исходе уже. У них не так много сил. Альянс еще держится, потому что у них снаряга. Есть, есть боеспособность. Давай, давай. Дивизии идут. Слушаем. Угу. Слушаю. А что, Франкфурт потеряли? Ну, приказы. Мы же вроде как брали. Да, было дело. Готов подвигаться. Это не точно. Да нет, точно правильно. Кёльн, все, выбили. Амстердама вам хана. Брюссель взяли. Ну все. Вы в ауте. Так точно. Ешь, давайте. Выходим. Котел получится? Должен получиться. Выходим. Ага. Немцы, чего не капитулируете? Меньше держится. Потери у них вообще сказочные. Потери топчик. Что там в Испании у нас? Испания отбивает границы, отбивает, было похоже. Ух, ни хрена себе, даже вы тут держитесь. Молодцы, молодцы вообще. Испанцы молодцы. Тут пока ничего интересного. Тут, в принципе, сами работаете. Тут, кажется, продавлено. Вытеснимы! Тесните, тесните. Угу. Здорово, здорово. Давайте, продавливайте. Уже граница с Грецией, нормально. Болгарию отпердолили. Угу.
А что там по фокусу, кстати? Диверсификация. Диверсификаторы диверсифицировали, диверсифицировали, да нет, да, диверсифицировали. Попробуйте угодить. На самом деле ничего сложного, но с первого раза, может быть, у вас не получится. Биться, это, конечно, круто. Опа. Так, ну вас сюда. А вас сюда, пожалуй. Да-да-да, круто. Так, что тут у нас? Ну, как вы попадаете в такие котлы? Ну как можно быть такими давними? Потому что по границе они размазываются. Как придурки. Тут у нас важная точка, важный город, который такая жирненькая точка. Типа Франкфурт. А, да, даже не надо ходить далеко за примером. У нас тут Франкфурт есть, давайте-ка его защищать. А, не-не, у нас тут линия фронта немножко по-другому. Все, сваливаем. А, ну ладно, давайте. А, ну мушкодил походим. А, ну ладно. Конченый, стоп. Блэ. Хотя отсюда вы можете открывать. С трех направлений. До приказа. Ждете, давайте сюда. Джент. Опа, это джентльмен. Здорово. Это большая победа для Советов. Вся Европа под нами. Интересно посмотреть потом на мирную конференцию, сколько у нас очков будет. Помогайте. Опа. Еще бросаем линию. Жду приказа. Котел. Прагу потеряли. Прибить их с Праги. Готов побегаться. Угу. Так точно. Жду приказа. Они себя перемалывают, придурки. Разберутся. Все, воины объединились, хорошо. Болгарии хана. Болгарии хана. Угу. 50%. Сколько? 13%! Ну нахрен. Даже у Эфиопии 5%. Ну и то больше заслуга этих 5. Да по сути дела заслуг всех этих 5% это наши две танковые дивизии, которые мы туда подкинули вовремя. Так. До Вены скоро дойдем. О, кстати, надо до Вен дойти. Готов подвигаться. Выбить их. Выходим. Пробить их хотел. Выбить из этого котла. Мы под огнем. Вырвитесь из этого котла, вырвитесь. Потому что это помогает. Пошли, пошли. Зачем? Выходим. Выходим. Интересно. Ну, приказ. Однозначно. Убивать их не буду. Опа, дивизия. Минус. Здорово. Я готов. Что-то проще. Так, тут. Однозначно двигать. И все сюда. Идут. Я лучше так, наверное, посидел. Джент. Готов подвигаться. Не забрали. Выходим! Готов подвигаться. У нас тут что-то хрень с ним. Слушаю. Опасно так, конечно, ничего страшного. Надеюсь. Вперед! Вперед! Хотел уж эти помогите, они разберутся. Должен забраться. Из Люксембурга их выбить. Все. Я готов. Война, конечно, истощающая. Хотя, да не особо-то истощающая. Война вообще топу прошла. Оно того стоило, конечно же. Так, все, ты. Так точно. Что, выбить отсюда не можете этих инвалидов. Хотите, да, ладно, отсюда выбить. Вы совсем же аметисты. Готов. Я надеюсь. Хотя порой они такие дикие вещи утворят, что аметист это самый мягкий эпитет, который можно к ней применить. Брось. Так, так. Давай, давай! Можете помочь. Я готов. Желательно. Выходим. Готов. На свой страх и риск, конечно, но все же. Угу.
Так, все. Болгарию сожрали. Выходим! Может, давить тут их тупо. Выходим! По идее, должны подавляться. Слушаем! Это суицид. Давайте поучаствуем. Идем, идем! Выходим! Если сможете, это будет круто. Идем назад! А вы что, особенные? Выходим! Должны продавить. Так. По сути дела, в Европе фашизма не останется, зато в Европе будет коммунизм. Много где причем. Я готов. Мы уже на Францию идем, тут лук, ё-моё. Топово. Готов подвигаться. Там, конечно, плотно все же. Так, где там Вена? Надо Вену взять. Вот она. А, ну. Тут что-то не утирует. Правую, правую. Внимание! Не проблема. Я надеюсь. Опа, котел! Ладно, дивизию, все же, все же. Слушаю! Хорошо. Тут тоже хорошо. Внимание! Спасибо за внимание. Я готов. Угу. Тут суицид, как я сказал, тут. Что-то они тухло идут. И хрена Румыния тут отжигает. Так. Ну, если бы Валенск нам не попросили, скорее всего, просто бы отымели Болгарию, хотя, с другой стороны, Болгария, скорее всего, сама вступила бы либо к нам, захотела, либо к этим, к оси. Что-то выскочило, что я не понял. Ой, противодействие оккупации. Давно заниматься этим. Уже это нам не помешает. Так. Выходим! Заходите сюда. Жду приказ. Может, выдвигайтесь. Люксембург сейчас выдвинет. Слушаю. Угу. Я готов. Что тут? Это их у нас провинция. Немцы, как вообще еще держитесь? Объясните мне. Там Гитлер не суицидился. Нет. А, он морскую авиацию развивает. Это ему поможет. О да, морская авиация стронг. Так, часы погасы, значит, больше полчаса пишем. Да, 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 да. Ге-ге-ге. Ну все, хана. Фух, немцам тут хана. Из Праги их можно будет выбить. А вот здорово. Еще заводы стоит. Все, блин. Да выбьют, выбьют, не переживаю. Так, что лутируют. Опа, дивизия хотела. Получилось пролезать тут, здорово. Все, минус дивизия. Слушаю. Пробуйте. Что, неужели настолько тупо все? Готов подвигаться. Сейчас разойдутся, стойте. Выходим! Угу. Теперь вам хана. Должна быть. Угу, угу. Так, ну что, что тут у нас? Слушай. Хорошо, тут все у нас. Осень хорошо. Все, осень хорошо. Убивайте, конечно же, ничего. Вперед, 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 вперед. Давайте не можете, серьезно. Серьезно. Прагу возьмите. Опа, вы что забили? Готов. Опа, они бросили уже. Вообще здорово. Внимание. Придурки. Бросайте себя в котел. Наверное, у них тоже скачет по линии фронта, придурки. Так, стоп. Готов. Кстати, как вы там оказались? Я готов. Готов.
А, нормально. Ладно, исправитесь, а вы можете забить пока. Сходи сюда, сюда, сюда. Париж взять, кстати. Кстати, хорошая идея. Это будет знаково. Фу! Венесуэльские добровольцы вообще не смешно. Сколько он золота собирали? Вольфрам. Надо самому вольфрам производить. Я готов. Надо уже добычей ресурсов заниматься скоро. Готов подвигаться. О, Реймс, Реймс, Реймс. Нет, котел. Мы под огнем. В том направлении ходить. Я готов. Угу. Вот как вы там оказались? Слушаю. Угу. Так. Нюнберг. Скоро будем там. Опа, котел. Я готов. Этот придурок вместо того, чтобы идти сюда и выйти из котла, он идет туда зачем-то. Клоны. Еще котел. Добить. Скатывает так. Пока Вену бы взять. О, он бросает. Он бросает. Хотя Бали поможет ему. Вен, помогите. Внимание. И славу возьмите. Верно. Чтобы помочь. К примеру. Ну хорошо, тут зашли. Попробуйте взять. Болгария уже хана почти. Что-то они в глубоком дефиците сидят. Предвыпишем. Опа! Что приказа? Точка прорыва наметилась. И Софию взять вообще будет топ. Давайте. Вы что, забили? Давайте. Как они там держатся? Ну давайте, ёлы-палы, ну что? О, диверсификацию сделали, круто. Ну и, конечно же, доп. Ячеек, это будет круто. Че, их выбить не можете? Ну как вы этих инвалидов выбить не можете? Опа, прорвали тут. А, Прага! Прага, это Прага, София! Нужно раскидать. И нужно раскидать. Софию обязательно взять. Я отсюда скопили все. Сейчас болгары капитулируют. Отречение короля второго. Под давлением влиятельных элементов собственного правительства король второй был вынужден отречься от престола в пользу принца Михая. При этом маловероятно, что новый король получит весь объем власти своего предшественника. Значительная часть полномочий, узурпированная королем, разрешена государственным органам. После отречения король бежал из страны, прихватив все средства со своих внушительных счетов и поселился в элитном районе Мехико вместе со своей любовницей Магдой Люпеску. А, да, там постоянно замахивают эти события, если вы играете за Румынию. И кто там теперь? Покажите мне. Татареску вернули. Какой был? Нейтралитет. Давайте в коммунизм я создал. Го в коммунизм я создал. Ух, нихрена, тут уже земли вишистам отдавать начинают. Опа. Ну, если успеем, конечно. Чуть-чуть мало здесь. Дивизии Париж взять надо, это же знаково будет. Я собрался. Сходите. Внимание. Спасибо за внимание. Так. А тут что-то типа котла намечается. Слушай. Да. Круто. А где дивизии? Так. Что немцы, приказ? Вам хана. Вы это знаете? Мирно. Угу. Что-то с Болгарией. Что, Софию еще не взяли? Мирно. Да, взяли Софию мы. Сейчас капитулируют. Готов! Так, капитулируют болгары. Правда, ничего не изменилось, но тем не менее. Стоп, тут котлы намечаются. Готов. Небольшой котел. Так, точно! Ой, не, стоп.
Нормально так для 40-го года. Добро пожаловать в котел. Топово. Ой, зачем сюда идти, придурки? Сюда идите, тогда уж. Сейчас хорватов будем капитулировать. Усташей. Усташей. Так, стоп. Такс. Такс, такс, такс. Сейчас бы венгрию еще добить хорошо. Как раз, кстати, с двух сторон на нее уже идут, я смотрю. Да. Она так пустая, что ли? Вот, все, заходите. Так точно. Заходите. Опа, опа. Давай, давай. Так. Входим. All in. Слава, попробуйте прорвать кого-нибудь сюда. Выходим. Лучше даже две дивизии. Ну, ладно, ладно, пойдет. Выходим. Тупая мышка. Так, тут так у нас... точно. У вас можно закинуть. Смирно! Что, типа котла? Кто потенциального. Приказал? Да не потенциального, а реального. Париж еще не взяли? Взяли и Париж, здорово. Так, точно! Точно. Выходим! Ну, в котле вы это знаете. Нет, еще не в котле, но сейчас будет. А, мы в котле. Стоп, а мы еще атакуем тогда, стоп. Заводы. Что-то что-то производит. Вольфрам. Походу мы весь вольфрам у них скупили. Ну, склады не могут не радовать. Угу. Мирно! Заходите. Выходим! Входим, выходим. Угу. До Мюнхена сейчас бы дойти. До приказа. Да, было круто. Слушаю! Да ладно, не пишется. А, добро пожаловать, котел, придурки. Готов! Мурган взять, выходим. Конечно же. Котел. Вы можете уже его добить. Нет. Теперь же. Добро пожаловать, котел. Готов. Немца уже снаряги нет. Склады пустые. Я вообще не вижу. Реально, это загадка века. Можно вечно смотреть на три вещи. Первое, как горит вода, как вторая, как течет огонь. И третье, как немцы воюют без снаряги. Ну, пытаются воевать, точнее, без снаряги. Немецкая. Блин, ну не такая же промышленность топовая. Столько земель сожжено. Как они так упали? Так жестко вы и просили, к тому же по снаряге. Угу. Что тут у нас? Угу. Внимание! Спасибо за внимание. Так. О, это котел же. Это же котел. Зададим жару. Так. Кто-то капитулировать хочет? Нет? Сейчас подгрузки. Чем мы эти земли болгарам передаем, не румынам? Типа румынам воюют. Так. Очень может взять Братиславу. Выходим! Готов подвигаться. Стойте тут. Я готов! Угу, входим. Выходим! Готов можно спасти. Может, зачем? Так точно! А, действительно, зачем? Я готов! Готов! Угу. Чё, Париж отбили? Кто пропустил? Выходим! Стоп. Идем, идем! Стой! Котёл. Нормально, может перемещаться, нет? Стоп. Брось! Так, вот. Внимание! Лишь брошен. Угу. Зададим жару! Так, Вену надо брать, а то это может продолжаться бесконечно. Мюнхен, Вену, они капитулируют.
Слушаю. Петишь. Должны. Жду приказа. Все. Готов? Зайдите отсюда. Угу. Готов подвигаться. Так, о, круто, три дивизии в котле. Весело. Тут вы стесните, тут тоже. Внимание! Спасибо за внимание. Выходим! Блин, уходим. Выходим! Можешь попытаться их тут. Вы даже не можете, а должны попытаться их тут прорвать. Будет круто. Котел хороший появится. Так, тут вы сами работаете без нас. Скопья. Выходим! Заходите. Готов! Они нас отсасывают. Еще так конкретно отсасывают. Смирно! Ну хана вам, что выпускать. Слушай. Да будет ничего. Смирно! Я готов! Скоро финно-угр заставим капитулировать. Вообще здорово будет. Смирно! Так. Продолжаем атаку! Давайте, возьмите Вену. Очень сложно. Готов подвигаться. Низко-то. Так. Я готов. Че, отдали? Вол. Япония требует французский Индокитай. Воспользовавшись слабостью Франции, потерпевшей поражение в Европе, Япония убедила новое правительство уступить контроль над колонией в Индокитае. Японские войска уже заняли все основные базы в регионе. Эксперты опасаются, что колония будет использована для дальнейшего военного продвижения. Серьезный терзающий труп. Ну да. Так даже лучше, потому что с Францией, может быть, война и не будет у нас в ближайшее время. Хотя будет. Предатели все равно. Так, ух, круто. Испания пошла в контратаку. Молодцы. Стоп. Стоп, 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 стоп. Внимание. Спасибо за внимание. Правильно, Париж никто не держит. Зачем нам держать Париж? Кому нахрен нужен? Там он же ничего не знает. Что-то. В принципе, да. Выходим! Готов! С Веной. Да возьмите вы ее. Так что, правда, вообще не может. Атаку! Ну, с нескольких направлений ее пошли. Все, Вену взяли. Сейчас капитулируют. Да, немцы капитулируют. Ух, ё-моё. Не, ну, не то, чтобы слишком много. Ну, мелочь, не мелочь, приятно. Все, 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 все. Почему французам отдали эти земли? Париж хоть под нами. Все, до конца осталось немного в этой войне. Так. За. Немцы капитулировали. 3 миллиона угандошили, круто. У нас, наверное, даже лямы нет, правильно, все. Ну, теперь осталось Италия и Венгрия, остальное это вообще не серьезно. Ну, грубо говоря, только Италия даже. Так, ну давайте планы перерисовывать. У вас венгерский фронт, ну пусть будет венгерский. Готов? Ой, где? Вы конина. Давай, давай! Вы кто? Стрелки. Пусть будет линия наступления где-нибудь. Здесь. Куда-нибудь сюда. Готов! Вы, допустим, будете. Линия наступления. Какая-нибудь небольшая сюда. Вы, допустим, линия наступления. Нет, стоп. Надо стереть. Линия наступления сюда. Слушай! Так, большие армии пошли. Вот это здорово. Линия фронта однозначно здесь проходит. Линия наступления сюда. Мы под огнем. Под огнем, под огнем. Ну, может, тоже хорватов добить. И через хорватов усташей. Тут хорватов венгров. Вот так, допустим. Внимание! Спасибо за внимание.
Но вас где-нибудь... В принципе, сюда, потому что тут много дивизий, я смотрю, у них. Готов подбегаться. Ну, вас тоже уже можно особо не напрягать. А, ну у вас правильная линия была, блин. А ничего страшного, нарисую. Как-нибудь так. Так, только осталось добить вот эту дрочь, которая не капитулировала. Готов подбегаться. Все, жизнь налаживается. Слушаю. Внимание. Почему французам земли отдали, я не понял. Пиши, капитулировали. Пиши, пиши. Инсбрук. Слушай. Угу. Жду приказа. Все, победа. Тут осталось немного. Тут мы их на изи размотаем. О, мы зашли сюда. Так, хорошо. Надо к Бутапешту прорваться. Жду приказа. Выходим. Кстати, скоро подойдем к Бутапешту. Очень хороший приказ. Так, ну эту дрочь надо добить, разумеется. Она не серьезная. Выходим! Не-не-не, стоп! Остановись! Выходим! И что тут хватает? Весь вольфрам скупаем. Угу. Все, хана вам. Котлы надо добить по-быстрому. Давай, несложно. Давай! День. Это вы... Чех им отдали. Чисто патрулить их. Нахрена. Понятно. Так точно. Инсбрук. Кстати, заходите уже в Италию. Опа-опа. Так, так, так. Будапешт рядом. Готов! Отсюда. 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 Да, да, отсюда. Все, Морусо. Добро пожаловать в котел. Жду приказа. Победа! Немцев согнули, сейчас согнем Италию. А в следующей части уже, наверное, буду конференцию мирно проводить. Это будет правильно во всех смыслах. Блин, это по сути дела в 40-м году мы закончили войну. Ну, номинально 41-м, ну, потому что какие числа? Де-факто же мы уже все тут организовали. Что надо организовать? Так. Выходим! Давайте, Будапешт, берите, они же капитулируют по-любому. Давайте. Да. Готов подбегать. Добро пожаловать в котел. Не впустую работали. Угу. Экономику уже закрывать надо. Готов подбегаться. Так. Выходим! Выходим! Угу. Так, сейчас котлы быстро добьем. Угу. Дижон. Немцы перенесли свою столицу в Дижон. Внимание. Весело. Внимание. Так. Я готов. Опа. Мечтички подъехали. Кройся. Лево. Мы под огнем. Ну все, хана вам тут. Вы что, не капитулировали еще? Должны бы. Выйди с ним! Кто приказывает? Угу. Венгры, капитулируйте, скоты. Слушаю. Так, сюда заходим. Да, так, сюда, пожалуй, можно. Ну, вас сюда.
Класс, ты. Почему бы и нет? Так, стоп. По обороту. Давайте даже дальше ветку докачивать уже. Вот время отступать. Что-то можно вечно, может вечно продолжаться. Надо докачать сухопутную доктрину, а то она очень важна, как вы знаете. Вы что знаете? А почему вы не капитулируете? Коты вы кончили. Мирно! Ровно. Так. Мирно! Эти твари не хотят капитулировать. Что эти венгры себе позволяют? Крышку возьмите. Мясо по-любому, да. Готов. Так, 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 так. До приказа. Сюда заходить не надо, это как бы Югославия, как бы. Стоп. Слушаю. Заходим. Заходим. Готов. Заходим, заходим. Смирно. Стоп. Мясо взять. Я готов. Мы можем убивать их начать. Венгрия капитулирует. Ух, ё-моё. Ништячки. Так, ну венгров тут тупо добить. Я готов. Глаза не мозоль. Хорватов обязательно. Кстати, тут мы рядом уже. Внимание! Выходим! Ну и все, кто там еще не капитулировал? Франция вишеская. 6 дивизий. Это вам не поможет. Принимаю укрытие! Париж все-таки наш советский. Здорово. 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 Очень здорово. Стоп, 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 стоп. Котел. Котел. Обязательно котел. Котел. Добро пожаловать в котел. Так. Стоять. Стоять. Молодцы. 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 На балу не дойдете. А вы в котле, кстати. А у вас рука в котле. За-за. Так. Так. Внимание. Спасибо за внимание. Что-то вы не можете оттуда выпить. О, выбили все. Готов подвигаться. Внимание. Еще дрели. Сагреб бегом. Сейчас капитулируют. Жду приказа. Нахрен, только, стоп. Только у вас. Смирно. Сюда. Внимание. Ну, кажется, котел намечается. Выходим! Опа, как это вы облажались. Слушаю. Слушаешь. Готов подвигаться. Слушаешь. Загреб берите! Готов подвигаться! Так, лист обязательно. Я готов! Выходим! Угу. Зададим жару! Угу. Выходим! Угу. Нет, нет. Смирно! Выбить их нахрен все, да. Хотел убить на одну дивизию. Мелочи и мелочи приятно. Но Италию уже размотать это труда не составит. Что, итальянцы тут охрененный воик, что ли? Производство жуткое. Так, что там по складам у нас? О, пехотки вообще. Ничего. Всего много, это очень хорошо. Это охрененно просто. Валим, молодцы, до порта обязательно сразу же. Можно, да, Анкона попробовать в наглую просто. Ройс!
Не будете капитулировать, не? Не хотят пока. Хорваты пока не хотят. Давай, давай. Да слава Хорватии. Выходим. Слушаем. Давайте их нахрен. Скоро капитулируют. Котел! Почему не заходите? Ничего. Так, вещество Франции еще, конечно, выйдет. Готов подвигаться. Поляки у себя сидят. Надоело им воевать. Так. Со. Готов подвигаться. Добро пожаловать в Катиол. Ебуки. Резать их. Ройс! Готов? Все, хана вам. Ройс! Опа! Четыре дивизии итальянских. Здорово. Слушаем! Ну, итальянцы уже тут не игроки. Сплит, ну давайте сплит пройдемся. А, это та самый, тот самый сплит, нет? Надеюсь, что нет. Так. Хотя. А, нахрен. Так, так, так. Я думаю, тут республиканцы вещество загнобят. Без нас. Пойдите, соберите вы все это нахрен. Французам же это давать. На самом деле. Жду приказа. Мы этот котел еще не добили. С ними. Угу. Готов? Все, хорваты капитулировали, здорово. Все, все. Только почему-то они под Югославию покрасились преимущественно. Внимание! Спасибо за внимание. Готов! Стоп, стоп! Осталось только вишистов и итальянцев. С итальянцами тут разбираемся. Вообще нет. Выходим. Ай, ай. Так вот. Готов. Сюда заходите. Где-нибудь. До приказа. Выходим. Ну, все, венц. А, все, хана вам. Давай, давай. Бить их нахрен. Эти с ними! Зададим шар. Милан. Готов. Все, разобрались. Кстати, Марсель можем рвануть. Маршон! Маршон! Так точно! Василеза, ага. Внимание! Ну их уже даже тут не обязательно добивать. Все, остался сталью добить. Это будет несложно. Сейчас тогда парочку штришков сделаем. Уже пора заканчивать по времени. Вот сейчас мы тут доработаем и закончим. Что там по войне, кстати? Нормально, 49% у нас вклад. Вкладка в интерна, а не показывают, а жаль. Сколько у них там? 14%, вообще нечего. Вот у кого такие вклады? У союзников вообще вкладов нет. У союзников давай, вкладов давай. Вообще нет. Стоп. Прикольно сделать. Фабрики, да блин, уж производить нечего. Хотя я буду хренать уже, ну ладно. Просто сейчас война, как бы не до этого, хочется их разбить по-моему. Так, стоп. Стоп, какого лешего вы оказались, придурки? Специю возьмите. Кто-нибудь во Флоренцию идите. Внимание! Спасибо за внимание. Так. Мирно! Вольно. Так. Генуи обязательно.
Мирно! Чего вы обходите ее, придурки? Готов? Не успеешь. Облом. Сюрприз, мы за пока. Слушай. Ну, в Италию мы зашли. Ну, нормально так все красное в Европе. Красиво. Красиво, красиво, ничего не скажешь. Оси почти не осталось. Так. Бросить. Что бросить? Мирно! Время недалеко. Добивать тут. 7 дивизий выпили. Нахрен. Зададим жару! Угу. Все здорово. Готов подбегаться. Выбить. Вас готов подбегаться. Вас возможности. Так, 41 год у нас на дворе. Тут ничего пока такого нет. Давайте про... Кто-то, конечно же, стой про. Я готов. Хотя, наверное, ну ладно, пойдем. Так точно. Слушай, вообще, что ты делаешь? Внимание. Ну, можно отменить, но, в смысле, в данном случае, мы же не какую-то ошибку совершили, чтобы отменять. Отменять наше решение. Ошибочное, оно не, оно не ошибочное. Ну, здорово. Ну да. Сейчас их вынудит капитулировать. Испанцы. Nation Francis. Все, капитуляция. Почему-то они под Великобританию. Будто бы они с ними сражались. Ну все, осталась одна Италия. Добить ее проблем не будет. На самом деле они пыжатся, но... Только у них жопа от этого болит. Дивизий у них не шибко много. Рим обязательно взять. Вас, допустим, сюда в порт. И дальше двинуть. Готов подвигаться. А вы. Готов! Вас нет, вообще. Сейчас парочку штришков сделаю. Рим. Готов. Возьмем следующую часть уже, наверное. Выходим! Чего-то рели. Брось! Заходите так. Последний ваш облот. Добейте его. Угу. Угу. Чтобы они тут не стояли без него. Легкий надо, не так сейчас можно стрелять нужно. Чего не хватает. Вечно чего-то не хватает. Они вечно жалуются. Жду приказа. Ждете, ждете. Я готов. Угу. Есть. Он все равно кинет ее. Или нет, или да. Так, ты поймешь, так, сюда. Пожалуй, как-то так. Скоро до Ниццы дойдем. Когда ты бросишь. Стой, придурок. Я готов. Так точно. Выходим. Угу. Сейчас еще как вы будут. Угу. Северную Италию мы тут... Ох, верфи. Что мы там строим? Подводные лодки и эсминцы. Давайте начнем строить эсминец. Я думаю. Давайте тяжелые крейсера. Сколько сможем. Эй. Садись, оккупация. Жду приказа. Блин. Добро пожаловать в котел. Жду приказа. Пяти хватит отсюда. И отсюда их выбить. Ну все.
С Алией мы разобрались. Зададим жару! Круто, мы уже к Риму подходим. Мирно! Чай не очень. Выходим. Скоро доисследуем. Я готов. Угу. Готов. Хорошо. Что вы готовы? Так. До приказа. Все. Уже часть можно заканчивать, я думаю. Отступаем. Так. Так. Со всеми разобрались. Так точно. Так. Готов подвигаться. Не знаю, пока здесь что ли стоите. Надо же их как-то раскидать. Зададим шар. Зададим. Эти снимы! Занимаю укрытие. Приказы. Что ж. Не отрицает, что уж эти приказы. А в Риме что, нет у нас тут базы? И... Готов подвигаться. Да, там нужно сесть. Танцы уберите! Давайте, уже успеете. Я готов. Да. И добро пожаловать, Катя. Жду приказа. Все, она вам. Рим взят. Ну, возьму его, наверное, в следующей части. Возможно, капитуляция сразу произойдет. С большей долей вероятности. Неаполь-то взяли мы уже. Да, Италия уже не жилец. Их потери 6 миллионов, наши потери всего нашего блока. Меньше 2 миллионов, наши потери меньше миллиона. Хочу заметить. Панагулит Тонтуа, ну... Союзников вообще потери дикие. Ну, они типа воевали, тут они только сливали. Главное сейчас потом правильно мирную конференцию правильно провести, и все будет хорошо. Это самое главное. Ладно, забрать всех марионетки, кого можно. Кого нельзя. Готов подвигаться. Постой, сейчас можно собрать. Так, ну ладно, давайте, наверное, потихоньку заканчивать. Это затянется реально. Сейчас я здесь возьму эту. Выходим. Все. Все, хана вам. Это что здесь эти проснулись? Слушаю. Забыли. Турист, наверное. Все, это заразно, можно бесконечно продолжать. Давайте подводить итоги, закончим. 33 февраля, очень показательно. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баски. Мы сегодня с вами вновь продолжали проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Hearts of Iron Fall. Это была у нас уже с вами 6-я часть прохождения за мощный, сильный, суверенный союз Советский Республик Нерушимых. Да, еще мы с вами достигли. Достигли мы с вами следующего. Первое, капитуляция Германии. Второе, капитуляция Венгрии, третья капитуляция вишистов, четвертая капитуляция усташей, пятая почти полная, пятая капитуляция болгар, кстати, Румыния вступила в альянс, ну и шестое почти капитуляция Италии. Размазали мы их, как за них не делать, по сути дела, в 40-м году, потому что в 41-м это номинальные бои, когда уже было ясно, что они падут, они пали. Я здесь эти, ну блин, французы, свободная Франция, Шарль де Голль. Деголь. Жаль, что они сюда не пошли, а было круто, на самом деле. Ну ладно. В общем, я думаю, что в Европу коммунизм мы принесем. А дальше будем думать, что делать уже с этими товарищами. У нас уже флот более-менее есть. Ну как, он из двух этих состоит преимущество, но это слабо. Ну ничего, я думаю, его применить мы сможем. Мы разберемся с ними без проблем. Если вкратце... Ну как-то так. Это кто здесь? Вишисты. Ну что, мои дорогие друзья, на связи была МК Баски, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующем видео на нашем с вами старом, добром, консервативном канале. Всем пока!